Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Ирины Литвиновой об астрологии и прогноз на октябрь для весов и асцендентных весов. Дорогие весы, весь октябрь вы будете на виду. Этот месяц, который говорит о том, что вы становитесь легче в общении, более коммуникабельны, более легкие на подъем, и вы, в общем, куда бы ни вошли, там вас воспринимают как солнце. Поэтому воспользуйтесь этим месяцем для того, чтобы показать себя во всей красе. Причем все события, которые будут происходить так или иначе с вами, где бы вы ни появлялись, они будут и влиять на вашу карьеру, и на вашу репутацию. Поэтому здесь я посоветую, то есть максимально, да, в общем-то, показать свои весовские качества. После 10 числа я советую быть аккуратнее с импульсивными покупками, потому что некоторые весы просто превратятся в транжир. Другие весы начнут очень много своих сил вкладывать в заработок. Поэтому здесь, в общем-то, есть как плюс, так и минус. Ну и месяц октябрь может подарить вам тайный роман.